Так, в последнее время участились жалобы жителей на плохую уборку тротуаров и улиц в нашем городе Сергиевом Посаде. Подрядная организация, которая выиграла конкурс на уборку снега, это ООО «Фортуна». В начале этой недели сотрудник Госсанитехнадзора с администрацией города Сергиева Посада, с представителем администрации города Сергиева Посада выезжали на территорию улиц города для проверки уборки, качества уборки снега дорог и тротуаров. К сожалению, результаты неутешительные. Объезд показал, что если центр города еще более-менее качественно убирается, то есть дорога чистится, тротуары чистятся, снег вывозится, то прилегающие улицы уже говорят о том, что рук, видимо, у подрядной организации не хватает. В связи с этим сотрудники Госсанитехнадзора привлекают к административной ответственности подрядную организацию ООО «Фортуна» с назначением административных штрафов. Выдают им предписание для уборки улиц и устранения правонарушений. Теперь то, что касается вывоза снега. Существует постановление главы города Сергиева Посада, которым определены места складирования снега. Но вопрос остается несколько открытый, в каком плане. Вот если будет такая же земля, как в прошлом году, то есть объем снега очень большой, мест складирования снега может не хватить. Но это уже разговор для будущего. Мы поговорим об этом несколько позднее, когда придет время. Галина Александровна, да. Вопрос вот какой. Вы выписываете, Госсанитехнадзор, разумеется, да. Выписываете штрафные санкции в «Фортуне». Можно сообщить, сколько санкций выписано, какая сумма? Значит, определено нарушений 10. Минимальная сумма штрафной санкции по статье неуборки снега – это 15 тысяч рублей. Это минимально. Ну, от минимума, ну, 15 тысяч умножьте на 10, получается 150 тысяч. Это не так уж мало, я считаю, для организации, которая работает здесь. А вы знаете, что на 4-й квартал на уборку снега, как сейчас сказали на пресс-конференции депутаты, выделено 50 миллионов рублей? Это чисто на 4-й квартал? На 4-й квартал. То есть эта сумма приходится только на декабрь, только на эти дни? Давайте мы с вами говорить, что это вот объезд был небольшой территории, это не весь Сергиев Посад проектный, это проверенная часть города. То есть и уже вот в этой части, то есть 10 улиц себя забриковали. Я говорила о минимальной сумме штрафа, есть максимальная сумма штрафа. Но даже вот если мы пока говорим об этом, то сумма вырисовывается. Но работа продолжается, то есть контроль очень жесткий. В соответствии с договоренностью администрации и Госсанитехнадзором контрольные выезды планируются практически ежедневно. Так что это вот только первый выезд, первый контроль, первая сумма.